Я подписана на страничку в Инстаграм, на страничку Муравья, профиль, и пролистывая ленту, я увидела о том, что там проходит конкурс. Условия были достаточно простыми, нужно было всего-то сделать фотографию на фоне и поставить хэштег «Муравейнын». Я выполнила все условия, и так получилось, что я выиграла этот приз. Нам очень нравится ваша фотозона, мы не первый раз на ней фотографируемся. И ну, ребенок очень доволен, это очень ярко, красиво и эмоционально. Я уже думала, на что я потрачу свой выигрыш. И, скорее всего, это будет либо платье, либо сумка.